И всем привет, с вами Каиса, я продолжаю проходить Tomb Raider 3. На очереди у нас вторая миссия в Лондоне. И 13-я по совокупности, которая называется Олдвич. Итак, поехали. Олдвич — это станция метро. Закрытая станция метро в Лондоне. Так, цепляемся сначала так. Так, и вот здесь мы берем патроны для ружьишка. Очень осторожно. Так, и теперь можно спрыгивать вниз. А, здесь вода, ничего страшного. Так, и вылезаем на сушу. Бежим по лестнице. Давайте что-нибудь посолиднее возьмем. Ну, например, МП-5 можно взять. Почему нет? Бежим по лестнице. Так, кто-то ходит. Так, убил кого-то? Убил. Так, вернемся, пожалуй, чуть раньше. Тут была решетка. Вот здесь вот была решетка. Давайте ее разобьем. А за ней есть кристалл и лестница такая вот. Залазим вверх по лестнице. Лезем наверх. Так. Тут еще одна лестница. Лезем еще выше. Так, залезли, окей. Теперь давайте посмотрим, что здесь есть. Что-то есть. Спички. Берем. Так, что-нибудь еще? Так, может, в другом конце? Не похоже. Так, вот тут что-то есть. Патроны к ружьишку. Берем. Так, что-нибудь еще? Чайник. Стреляю в чайника в этого. Уйди от меня. Так, и берем обоймы Кузи. Так, взяли, окей. Так, ты что-нибудь оставил, нет? Или нет? Ну ладно. Так, не спрыгиваем пока вниз. Тут нужно блок толкануть, вот тут отбежать. И на себя потянуть блок. Так, потянул, и теперь можно спрыгнуть вниз. Так, аккуратно. Здесь спрыгиваем на кассу. Так, спрыгнули. Теперь прыгаем вперед на следующую. И вот по образовавшейся из блока лестнице мы лезем выше. Да, вот здесь вот лестница, залезаем наверх. Так, забираемся. Так. Что-нибудь здесь есть? Не похоже. Тогда слезаем вниз. Да, вот сам, вот тот самый этот блок. Давайте его до конца толканем. Вы убедились. Да, это он самый. Так, что у нас есть здесь? Что у нас здесь есть? Что-то у нас здесь есть. Определенно. Так, спрыгиваем вниз. И мы оказываемся за этой вот, за этой витриной, ну, кассы. Так, берем здесь ключ. Ключ мы тут берем. Давайте посмотрим, что за ключ. Maintenance key. Отлично, взяли ключ. Теперь нажимаем кнопку. Уходим отсюда. Так, двери открылись, мы вышли. Так, давайте зажжем спичку, посмотрим, что здесь есть. Может быть, что-то валяется.
Может быть, нет. Маленькая аптечка. Подбираем. Так, может что-то еще есть? Так, ну, кажется, больше ничего нет. И мы идем. Тут два эскалатора. Вот, левый. Левый. И правый эскалатор. Мы идем по правому эскалатору, спускаемся вниз. Вот там карта метро, кажется, висит. Так, спрыгиваем вниз. Так, теперь бежим вон туда, в туннель. Быстро бежим, потому что нужно от поезда спрятаться. Так. Так, и мы продолжаем. Хватит тут двоих чайников. Слышь от меня. Так, еще один наверху. Сюда гад. Убиваем его. Еще придумал себе. Так, и мы на складе. Запомните этот склад. Здесь предстоит побывать, ну, я не знаю, раза 4 минимум за эту миссию. Так, давайте прыгнем вот в тот угол. Там у нас, кажется, кристалл есть. Да, и все, больше ничего нету. Собаку, убиваем собаку. Так, отлично, убили собаку, давайте подлечимся. А то что-то со здоровьем у нас плохо. Давайте зажжем спичку. Теперь залазим на ящики. Залазим вот на этот ящик. И с него прыгаем на другой ящик. Вот сюда прыгнули, отлично. Так, теперь отсюда, вон там у нас, видите, есть место забраться, прыгаем наверх. И берем здесь УЗИ. Да-да, они самые. Берем УЗИ. Так, теперь нужно отсюда спрыгивать. Куда отсюда спрыгнуть? Вон туда, вперед. Так, отлично, спрыгнули. Что у нас внизу? Внизу кнопка, ее трогать не надо, она поднимет тревогу. Лучше ее не трогать. Так, что у нас дальше? Так, у нас есть лестница. Ну, как это делается, сейчас я покажу примерно. Вот так вот это делается. Но можно и проще. Так, залазим по этой лестнице. И надо сделать сальто назад сейчас будет. Так, делаем сальто назад. Так, аккуратно. Давайте возьмем Desert Eagle. Так, залазим на ящик и стреляем в этого придурка. Берем у него маленькую аптечку. Че, у тебя тут что-то еще есть? Нет, ничего нет. Так, запомните вот этот ящик. Здесь пока люк закрыт. Но потом предстоит туда залазить. Так, а что делать сейчас? Спросите вы. А все просто. Потолочная лестница. Прыгаем на нее и переползываем до конца. Так, переползли. Сейчас спрыгиваем вниз. Так, сальто назад, сальто вперед. Здесь у нас есть ракета. Можно поживиться. Правда, ракетницы у нас до сих пор нету. Отняли. Когда-то была. Так, теперь делаем сальто назад. И вот на этом моменте давайте сохранимся с вами. Потому что сейчас будет такое жесткое событие происходить. 20 кристаллов у меня, почему бы не сохраниться. Итак, сохраняемся. Так.
Быстро, быстро, все. Так, понятно. Не получилось с первого раза. Дубль 2. Дубль 2. Ну, я чувствовал, что я тут один раз таки помру. Я надеюсь, что не больше. Так, и... Так, скатываемся, хватаемся за следующую, потом непрочная платформа. Так, цепляемся за расщелину, перебираемся на руках вправо. Так, скатываемся, подтягиваемся и сальто назад с разворотом. Отлично. Падаем ниже, хватаемся ниже и еще ниже. Секрет номер один. Секрет номер один. Давайте подлечимся. Все-таки пол ХП снялось у нас. Да, там уже буровая эта установка не едет дальше. Так, что мы делаем сейчас? Что мы делаем сейчас? Скатываемся вот здесь вот. И давайте налево сходим. Так, спустимся вниз. И возьмем здесь большую аптечку. Больше здесь ничего нету. Поэтому поднимаемся вверх. Нам из этой шахты теперь вылазить предстоит. Так, поднялись. Теперь прыгаем выше. Поднимаемся. Окей. Так, теперь вот туда поднимаемся выше. Слышим, горят огни. Так, теперь прыгнем вон туда и возьмем здесь кристалл. Да. Берем кристалл. Так, здесь есть вода и есть лестница. Поднимаемся по лестнице. Здесь сейчас будут огни. Так, подтягиваемся и аккуратно, осторожно. Не идем вперед только. Ждем пока, ждем. Так, сейчас разворачиваемся и прыгаем на платформу. Все, огни ушли. Что внизу? Внизу яма. Там, где мы брали кристалл. Так, теперь мы забираемся выше. Здесь мы берем маленькую аптечечку. Так, куда дальше? Куда дальше? Дальше забираемся слева. Забираемся слева. Идем аккуратно, идем. Да, и тут сейчас, ну, такой опасный. Очень осторожно. Нужно прыгнуть на эту лестницу. Потому что слишком высоко. Так, прыгаем. Забираемся наверх. Лезем, 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 лезем. Так, берем здесь на платформе патрончики для УЗИ. Да, у нас теперь, кстати, есть УЗИ. Ай-яй-яй, хорошо, что здесь была платформа, а не яма. Так. И впереди у нас есть, да, отверстие с кнопкой. Что нужно сделать? Все просто очень. Прыгаем вперед. И нажимаем на кнопку. И мы открыли люк. Да. В том самом месте, где вот я вам показывал тот ящик, который был. Так, и тут появился огонь. Угу, понятно. Лезем на лестницу. Ждем, ждем. Так, теперь быстро отскакиваем. Отлично. Не давая огню нас зацепить. Так, теперь осматриваемся и залазим на вот эту, на вот этот зеленый ящик. Так, теперь выше. Теперь забираемся слева. Так, забрались, отлично. И выходим. Выходим на платформу.
Так, бежим вперед. Давайте пистолеты возьмем. И расстреливаем крысу. Так, здесь берем большую аптечечку. Так, окей, взяли большую аптечку. Так, что теперь? Теперь все, спрыгиваем вот здесь вот вниз. Берем Desert Eagle наш. Так, кто-то здесь появился. Убиваем чайника с факелом. Убиваем собаку. И бежим на станцию. Вот у нас станция. Давайте посмотрим, что здесь есть. Пока здесь ничего нету. Сбегаем в то крыло до конца. В эту часть. Так, и вставляем сюда ключ. Вот этот ключ вставляем сюда. Так, открываем дверцу. Заходим внутрь. Так, берем маленькую аптечечку. Это раз. Так, нажимаем на кнопку. И мы дали свет на станции. Так, берем обоймы Кузи здесь запрятанные. Так, и бежим обратно до конца. Вон туда. И при свете у нас здесь появляется монетка. Такая вот монетка. Давайте посмотрим на нее. Old Penny. Так, вот мы взяли монетку и теперь бежим обратно. Так, давайте переключимся обратно на пистолеты. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть какой-то проход. Давайте попробуем сюда забежать. Так, что у нас здесь? Закрытая дверь. Да, у нас здесь дверь закрыта, так что... Что мы делаем? Собственно говоря, скатываемся обратно, назад вот. Вот сюда. И бежим опять в тот угол. В тот поворот, да. На этот склад красный. Бежим. Собираемся. Что нам сейчас предстоит сделать? Предстоит прыгнуть, ну, забраться в тот люк. Но это еще не все. Так, сначала забираемся вот сюда. Так, прыгаем. А, нет, зачем? В принципе, это не обязательно было делать. Так, прыгаем вперед. Так, нам нужно на лестницу сейчас. На лестницу. Вот на эту лестницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, спрыгнул. Плохо, плохо. Давайте попробуем альтернативный вариант. Почему бы нет? Так, сальто назад. Ух, как красиво получилось. Да, мы забираемся по этой лестнице. Так, сальто назад. Так, погодим, пока не будем запрыгивать в люк, нам нужно вернуться. Именно туда вернуться, вот где... Вот это на нас спускалась, буровая установка. Нужно сюда вернуться. Так, скатываемся опять сюда. Так, забираемся. И вот она, вот она. Мы теперь можем здесь ходить. А здесь у нас есть... Да, здесь у нас есть расщелина. Так, и берем здесь ключ. Давайте посмотрим, что за ключ. Ключ Соломона. Берем ключ Соломона и идем дальше. Здесь даже можно вылезти где-то.
Так, давайте вооружимся пистолетами. Так, продвигаемся вперед. Так, теперь спускаемся аккуратно вниз. Так, спустились. И мы оказались снова здесь. Так, спускаемся ниже. И теперь скатываемся здесь, опять-таки. Да, и опять бежим на тот красный склад. Третий раз. Ну, теперь мы уже полезем в люк, определенно. Да, теперь мы полезем в люк. Так, прыгаем на скат. Отлично. Лезем выше. Сальто назад. Так, забираемся на ящик вот этот. Запрыгиваем. Так, и лезем в люк. Вот туда. Так, хватаемся и лезем. Так, ищем, где забраться. Вроде бы здесь. Да, забираемся. Так, видим чайника с собакой. Давайте возьмем УЗИ для разнообразия. Постреляем из УЗИ. Так, отлично. Укокошили их. Давайте зажжем спичку, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, что у нас здесь есть? Патрончики для шотгана. Так, давайте их заберем. Так, берем патрончики к ружьишку. Так, и возвращаемся потихонечку. Так, здесь у нас две двери, две лестницы, там тупики. А куда идти? Только вот сюда можно идти. Берем здесь патроны для МП5. Закрытый люк. А здесь непрочный пол. Да, вот сюда и лезем. В этот непрочный пол. Так, здесь у нас блок. Выдвигаем блок на себя. Выдвигаем. И люк открылся. Лезем в люк. Отлично. Залезли. Так, идем дальше. Ползем. Внизу тут прощельный. Так, ползем. Есть место, где вылезти. Так, вылазим. Так, что-то произошло. Давайте зажжем спичку. А, у нас открылась дверь. Да, мы здесь и вылезли, в принципе. Теперь нам в другую сторону бежать. Так, вон в ту сторону сбегаем. Так, перед нами два прохода и две кнопки. Так, что мы делаем? Сначала мы нажимаем правую кнопку. Открываются две двери. Бежим быстро, на ускорение. Не факт, что я сейчас успею, а скорее всего наоборот. Но я успел. Успел, я забежал в последнюю дверь. Так, возьмем, пожалуй, пистолеты. Так, зажжем спичку, посмотрим, что у нас здесь есть. Решетка. Есть кнопка. Так, решетка и кнопка. Так, там у нас что-то есть такое. Так, давайте нажмем на кнопку. Посмотрим, что произойдет. Что-то открылось. Определенно что-то открылось там. Так, теперь спускаемся. Так, спускаемся ниже. Здесь у нас кат. Нет, нам налево. Так,
бежим налево, спускаемся здесь. Давайте зажжем спичку, а то темно. Так, и бежим вперед. Так, у нас тут по пути берем спички. Берем спички. И возвращаемся к кнопкам. Так, слева у нас тоже скат. Так, и возвращаемся к кнопкам. Нажимаем вновь в правую и бежим во вторую дверь. Так, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Отлично, успели. Так, что у нас здесь, во второй двери? Смотрим. Да, вот та решетка с другой стороны. Да, и тут открытый люк. Кажется, его я открыл, а это возвращает нас, ну, туда, к кнопкам, в общем-то. Так, забираемся здесь. Где мы забираемся? Сейчас найдем, где забраться. Нет, не здесь. А где же тогда? Так, здесь что ли? Так, нам нужно забраться наверх. Да. Кажется, здесь. Нет? Так, стой. Да что ж такое? А, нет, вот здесь вот забираться. Все просто. Так, люк закрылся под нами. Так, нажимаем вот здесь на кнопку. Нажимаем на кнопку. И закрываем вот здесь вот люк. Решетку закрываем. Она должна быть в таком именно состоянии. Так, а выбираемся мы вот здесь вот. Прыгаем вниз. Аккуратно. Так, и теперь мы нажимаем левую кнопку. Да. Нажимаем левую кнопку и бежим в первую дверь. На ускорение. Быстро, 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 быстро. Не успели. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, возвращаемся к левой кнопке. Не успели. Так, и нажимаем ее заново. И бежим, 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 бежим. Отлично, успели. А где мы оказались? Тут у нас какой-то бассейн. Так, вот этот проход... Вот этот проход, он выводит нас... Ну... В тот длинный коридор, который обратно к кнопкам ведет. Так что мы туда не идем. Он нам не нужен. Мы залазим вот на этот блок... И здесь у нас потолочная лестница. Вот мы опустили решетку во втором проходе, где я нажимал кнопку. И мы можем переползти на другую сторону. Так, перебираемся на руках к кристаллу. Он тут идет. Так, цепляемся. Берем патрончики, кружишку, кристалл. И ключ, ключ, берем ключ. Давайте посмотрим, что за ключ. Соломон Кей. Два ключа Соломона у нас уже. Так, и теперь будем потихоньку возвращаться. Так, может что-то тут есть? Давайте зажжем спичку. Что здесь у нас? А, или здесь тупик. Здесь тупик, судя по всему, нам туда не нужно. Так, что мы делаем? Мы спрыгиваем в воду. Спрыгнули в воду. И плывем вот сюда. Вот сюда плывем. Так, проплываем здесь все. И выбираемся отсюда. Так, отлично. Кажется, выбрались. Так, вот тут дверка открывается.
в этого чайника. Да, и мы вышли к кассам. Мы вышли к кассам. Так, что нам нужно сделать? Подходим к вот этой кассе. Она отличается от всех остальных. Вот с этой стороны. И за Old Penny, покупаем билет. Вот, вывалился билет. Поднимаем с пола билет. Давайте посмотрим, что за билет. Тикет, просто тикет. Так, и теперь мы бежим в левый эскалатор, где мы еще не были с вами. Так, в левый эскалатор, по левому эскалатору бежим. Бежим вниз, так. Здесь давайте возьмем УЗИ. Хорошая вещь все-таки УЗИ. Так, тут какие-то чайники. Ага, возьмем. Отлично, готов. После себя вроде ничего не оставил. Ну ладно, хрен с ним. Так, бежим до конца. Здесь есть... Решетка здесь есть. Давайте забираться сюда. Так, это у нас секрет номер два. Второй секрет. Берем патрончики к ружьишку. Так, и кажется все. Кажется все. Больше тут ничего нету. Вылазим отсюда. Так, нет. Выбираемся, вылазим, вылазим, вылазим. Так, больше здесь ничего нету. Да, это у нас был второй секрет. Так, теперь идем на станцию, собственно говоря. Здесь у нас есть лестница. Так, здесь у нас крыс бегают. Давайте постреляем крыс. Так, теперь посмотрим, что я не сделал. Точнее, что делать надо. Так, ну давайте сбегаем на лестницу. Собака. Стреляем собаку. Отлично, убиваем собаку. И что здесь есть? Ага, здесь закрытая дверь. Там вода. Угу, понятно. Но нам пока сюда рано идти, в принципе. Мы сюда еще вернемся. Сейчас нам нужно бежать по рельсам. Прям по станции надо будет бежать. Давайте сохранимся. Надо то... точно знать, в какую сторону бежать. Так, сохраняемся. Я точно не помню, в какую сторону. Вряд ли туда. Нет, скорее всего, в ту сторону надо бежать. Так, бежим. Так, вышел чайник. Так, поезд. Черт, я погиб. Да, меня сбил поезд. Не успел я немного. Ладно, загружаемся. Загружаемся. Так, мы этого чайника сейчас завалим по-любому. Мы это сделаем. Я сейчас возьму Desert Eagle, и он у меня отправится на тот свет. Так, бежим. Ну давай, чайник, выходи отсюда. А теперь стой. А что-то поезд и не поехал. Видать, я успел до поезда это сделать. Так, нажимаем на кнопку. И мы открываем двери.
Так, открываем дверь, из которой чайник выбегал. Здесь у нас кристалл и больше ничего. И теперь бежим в третью дверь, вот в эту. Здесь у нас вода. Да, и у нас сейчас здесь предстоит такая головоломка с кнопками. Так, нажимаем на первую кнопку, открываем дверь. Здесь у нас просто куча кнопок. Так. Просто лабиринт, можно сказать. Так. Нажал я на кнопку. Так, тут у нас еще много кнопок. Давайте нажмем эту кнопку. Посмотрим, что произойдет. Так, тут открылись дверцы. Так, тут открылась дверца. Забегаем сюда. И берем здесь маленькую аптечечку. Берем, отлично. Так, теперь здесь нажимаем на какую-нибудь кнопку, я не знаю точно. Давайте на правую нажмем. Бегаем туда. Посмотрим, что у нас тут открылось. Нет. Так, здесь дверка закрыта. Неправильная комбинация, да, нам нужно открыть дверь. Давайте нажмем на эту кнопку. Окей. Я точной комбинации не знаю. Так, вот, открыли какую-то дверь дальше. Забегаем сюда. Так, здесь у нас маленькая аптечка, кажется. Берем маленькую аптечечку. Так, здесь закрыта дверь. Здесь закрыта дверь. Да, знать еще, с кнопками нам придется пошаманить с кнопками. Так, ну, давайте вот эту кнопку нажмем. Так, что она? Она закроет эту дверь, и она закроет эту дверь. Да, это плохо. Но может и не все так плохо. Мы еще не нажимали еще одну кнопку здесь, да. Давайте попробуем ее нажать. Может, она и нужна как раз, кто ее знает. Так, бежим. Нет, тут закрыто. Закрылись вот эти двери. Так, а если нажать вот эту кнопку сейчас? Может быть, что-то произойдет? Может быть. Так, тут дверь открыта. Тут дверь закрыта. Тут дверь закрыта, тут дверь закрыта. Нет, неправильная комбинация кнопок. Возвращаемся. Так, а если вот эту кнопку отпустить? Вот эту кнопку. Так, отпускаем эту кнопку. Посмотрим, что будет, что будет. Так, здесь кнопка есть. Окей. Может быть, что-то тут изменилось? Давайте еще. Так, закрылась здесь дверь. Здесь дверь закрыта, здесь дверь закрыта. Так, тут дверь закрылась. Окей. Давайте попробуем. Нет, не сюда. А вот здесь вот что-нибудь изменить попробуем. Отожмем правую кнопку. Может быть, что-то изменится. Так, бежим. Так, тут дверь закрылась. Ага, вот оно как. Тут дверь закрылась, тут дверь закрылась. Так, а если я отожму здесь кнопку тогда? Так, тут дверь открылась. Ну-ка, давайте посмотрим. А, кажется, все. Да, кажется, все решилось. Так, вот за этой дверью патроны к МП5, их бы хотелось взять. Так, ну, давайте я, чтобы не затягивать эфир, я за кадром попытаюсь открыть эту дверцу. Сейчас я на паузу поставлю. Ну, я снова здесь. Да, ничего сложного не было. Нужно было просто последнюю кнопку поменять их местами, в общем. Так, и мы куда-то выходим.
Смотрим внимательно, что здесь есть. Так, тут горит огонь. Идем прямо. Бежим по коридору. И куда-то мы попадаем. Давайте зажжем спичку. И посмотрим, что у нас здесь есть. Так, здесь у нас дверка закрыта. А здесь у нас есть замочная скважина. Вставляем сюда ключи Соломона. Так, вставляем первый ключ. Так, и один меч открыл. Упал один меч. Так, вставляем второй ключ. Так, и дверка открылась. Так, давайте налево забежим, посмотрим, что у нас здесь. Кристалл. И патроны для УЗИ. Подбираем. Все ценно, все полезно. Так, что у нас впереди? Что у нас впереди? Так, давайте сохранимся вот в этом месте. Так, 23 кристалла уже сохраняемся. И продолжим. Так, все очень просто. Давайте заново обежим это все. Вот тут у нас непрочный пол. Непрочный пол, потому что внизу шипы. Да, потому что внизу шипы. А что с этой стороны у нас? Давайте посмотрим. Тоже непрочный пол. А внизу опять-таки... Внизу опять-таки шипы. Так, еще один непрочный пол. Еще один непрочный пол. И внизу опять шипы. И еще один непрочный пол. Давайте по нему пробежим и посмотрим. Опять шипы? Да нет. Нет никаких шипов. К чему бы это? Давайте попробуем спрыгнуть. Даже убедимся. Нет, стоять можно, все можно. К чему бы это тогда? К чему бы это сделано? Казалось бы. А все очень просто. Все очень просто. Вы посмотрите, как вот... Висят вот эти вот шторы фиолетовые, да? Как они висят там и как они висят здесь. Прыгаем вперед в эту шторину и здесь берем звезду. Так, теперь выпрыгиваем обратно. Так, мы взяли звезду. Давайте посмотрим, что за звезда. Ornate Star. Так, теперь бежим прямо. И берем здесь молот. Давайте посмотрим, что за молот. Масоник Меллет. Так, внизу у нас шипы. Да, внизу шипы. Значит, их нужно миновать. Так, что для этого сделать надо? Разбегаемся. Так, собака откуда-то. Стреляем в собаку. Убиваем собаку. Так, убили собаку и бежим в другую дверь. Так, аккуратно, здесь теперь у нас нет никакого непрочного пола. Аккуратно пробегаем. И налево в дверь, налево. Вот сюда. Здесь берем маленькую аптечечку. Так, что здесь еще? Что здесь еще? Спички у нас тут еще есть, берем спички. Так, и плывем по воде. Да, прыгаем в воду. И куда-то плывем. Плывем вперед. Давайте зажжем спичку, чтобы могли мы видеть, куда конкретно плыть. Так, вот сейчас налево плывем. Направо. Налево. Так, и плывем в дверь. Так, что-то внизу у нас есть. Да нет, не похоже, чтобы у нас что-то было. Так, и выплываем.
Так, подтягиваемся. Подтягиваемся. Да, и мы оказались в том месте, где я убивал собаку. Вы вспомните это место? Да. Так, и у нас здесь есть дверь. За дверью у нас есть кристалл. К чему бы это? Значит, туда надо попасть. Как-то туда надо попасть. Ничего, сейчас попадем. Так, спрыгиваем вниз. Аккуратно. Так. Давайте разбежимся. И прыгаем, цепляемся за расщелину. Так, подтягиваемся. Так, переползаем правее чуть. Правее, 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 правее. Так, и спускаемся вниз. Спускаемся аккуратно вниз. Так, спустились. Окей, спустились. Так, теперь поднимаемся здесь. И отсюда прыгаем на потолочную лестницу. Отлично. Ползем вот в эту расщелину. Так, опускаем руки, цепляемся. И поползли, поползли. За третьим секретом. Так, убиваем крыс. Они там разбегались. Тут у нас турникет. Что нужно для турникета? Билет, тикет, который мы покупали в кассе, в кассовом автомате. Так. Одна крыса. И проходим по ступенькам. Идите к черту. Так, убиваем этого чайника. Берем у него маленькую аптечечку. И давайте здесь обойдем. Давайте возьмем УЗИ. Так, вот здесь у нас дверь. Нам ее нужно открыть. Применяем звезду сюда. Ту, которую хитро скрыли просто. Так, применили. Стреляем в чайника. Убиваем его. Так, у тебя что-то есть, чайник? Нет, ничего нет. Забегаем в дверь. Это у нас третий секрет. Так, что мы делаем? Мы лезем наверх. Лезем наверх. Бежим направо. Направо бежим. Так, здесь ползем. Проползываем. Да, всего у нас 5 секретов в этой миссии. Так, теперь спускаемся вниз. Так, спускаемся. Отлично, спустились. Что у нас там внизу? Кристалл. Похоже, кристалл. Да, берем кристалл. И мы оказались в знакомом месте. В знакомом месте. Так, смогу ли я обратно? Туда здесь вылезти, наверное, не смогу, да? Нет, не смогу. Поэтому придется опять прыгать. Потому что мне туда еще нужно сходить просто. Так, я подумал, здесь можно и по-другому поступить. Не обязательно прыгать до этой расщелины. Вот. Можно просто вот так вот сделать и все. Так, подходим к потолку. Перебираемся. Так, ползем. Так, теперь бежим через турникет. Так, и бежим направо. Направо. Тут у нас еще один эскалатор. Бежим по нему. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть дверь. У нас есть здесь дверь. Применяем молот. Идем за четвертым секретом. Так, есть кто-нибудь?
Никого что-то нету, но есть кнопка. Есть кнопка. Нажимаем на кнопку. И открываем где-то люк. Где-то люк открываем. Так, зажигаем спичку. Давайте посмотрим, что наверху. Наверху есть куда забраться. Забираемся. И секрет номер 4. Берем ракету. Ну и где-то мы открыли люк. Это уже было обязательным действием, поэтому молот брать обязательно. Так, кто-то выбежал, какой-то сумасшедший чайник. Убиваем его. Берем у него аптечку маленькую, кстати говоря. Так, и открылась дверка справа. Давайте посмотрим, что это за дверка и куда она ведет. Но вы сейчас все узнаете это место. Запоминающееся место. Да, это первая вот станция по правому эскалатору, где я раза три в яму, ну, туда, на рельсы спрыгивал, когда на склад бежал, который красным освещен. Так, теперь мы бежим прямо. Бежим прямо. Собака. Убиваем собаку и бежим дальше. Так, там у нас какой-то человек подгоревший. Давайте запрыгнем на поезд. Возьмем здесь спички. Так, теперь просто снимем того человека. Так, достану я из пистолета. Да, он сам ко мне бежит. Так, получай, фашист, гранату. Так, и бежим дальше. Там какая-то... Там А, нет никакой собаки, это просто костер горит. Так, берем здесь кристалл. Давайте зажжем спичку, посмотрим, что здесь есть еще. Маленькая аптечка была у чайника этого. Берем. Ценно. Так, и бежим до конца станции. Вот сюда. Да, тут летучие мыши. И здесь, оказывается, какой-то проход есть. Давайте спустимся. И посмотрим, что же здесь. Так, еще. Так, что это у нас такое? Большая аптечка и патроны для ружьишка. Отлично, берем. И вылазим отсюда. Влазим. Так, прыгаем на платформу мимо огня. И бежим дальше. Бежим, 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 бежим. Там мы пропустили яму. Если вы помните, могли обратить внимание, там была яма. Вот здесь вот, да. А теперь спрыгиваем в нее. Давайте еще зажжем спичку. Потому что ничего не видно. Так, спрыгиваем вниз. Что здесь есть? Ну, здесь ничего конкретно нет. Значит, проползываем здесь. Снизу. Так, и бежим дальше. Так, вот тут у нас открылся люк. Да, вот здесь открылся люк. И что-то есть внизу. Что-то есть внизу. Давайте посмотрим. Что у нас снизу? Закрытый люк. Там у нас люк закрыт. Значит, нам в тот люк лезть. Поэтому забираемся в тот люк. Пока он открыт. Да, вот здесь вот можно забраться. Забираемся. И мы оказываемся в поезде. Оказались в поезде, в этом красном. Люк закрылся за нами. Что здесь есть? В поезде ничего нету. Так, теперь подходим к этой кнопке и приготовились, не пугаемся. Сейчас будет такой, ну, пугающий момент. Это разработчики специально сделали, чтобы испугать игрока. Нажимаем на кнопку.
Да, крики Лары издались, как будто что-то она упала в какую-то пропасть. Но нет, все не так, это прикол просто. Такой прикол разработчиков с этой кнопкой. Так, и мы бежим. Лезем в нишу здесь, ползем. Ползем, 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 ползем. Нам еще пятый секрет, кстати, брать. Так, вот мы куда-то приползли. Так, путь налево есть, путь направо есть. Куда пойдем? Давайте посмотрим, что налево сначала у нас тут. У нас здесь закрытый люк. Да, у нас здесь закрытый люк. Значит, пойдем направо. Давайте возьмем Desert Eagle, например. А хотя зачем? Можно и Узи взять. Узи, в принципе, тоже ничего. Так, справа у нас аптечка, и там конец уровня. Туда в последнюю очередь я пойду. Так, мужик, не убиваем его пока, не убиваем. Бежим за мужиком. Убивать пока не надо. А вот теперь надо. Он открыл дверь. Убиваем двух мужиков. Надо было дождаться момента, пока выбежит второй мужик. Вот отсюда. Иначе упустим пятый секрет. Так, здесь берем ракету. Так, взяли ракету. Окей. И тут у нас... Давайте зажжем спичку. Тут у нас две кнопки. Нажимаем эти две кнопки. Так, нажимаем. Открылась где-то дверка. Где бы это могло быть? И нажимаем вторую кнопку. Открылся люк обратно в поезд. Во как. Значит, нам предлагают вернуться. Игра нам предлагает вернуться. Но куда? Это остается загадкой. Но скоро она раскроется. Так, бежим обратно. Давайте посмотрим, что слева у нас. Слева тупик. Отсюда, кстати, мужик с факелом и выбегал. Так, тут горит огонь. Налево конец уровня. Так, ну а мы бежим сюда. Мы бежим в люк. Так, забираемся. Окей, забрались. Теперь опять нажимаем на эту устрашающую кнопку. И спускаемся вот сюда, в люк. Так, что у нас здесь? Идем аккуратно, идем. Так, нет, нам не сюда, тем более здесь люк закрыт. Ползем здесь. Выбираемся здесь. Так, теперь наступаем сюда и наверх, наверх. Карабкаемся. Так, что у нас было необычного? Что у нас было необычного? А именно что у нас было необычного? Нет, не здесь, не в ту сторону. Так, прыгаем вот сюда. Здесь дверь открылась нам. Да, зачем-то нам здесь открыл дверь. Все не просто так. Мы бежим на знакомую платформу, делаем знакомые действия, прыгаем опять туда вниз, бежим в проход и бежим на склад. Опять на этот склад. С красным освещением. Так, забегаем сюда. Четвертый раз. Так, прыгаем на ящик, прыгаем на скат. Прыгаем на лестницу, цепляемся. Так, подтягиваемся выше, 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 выше. Сальто назад. Так, теперь прыгаем на ящик. Так, на ящик, на ящик. Прыгаем в люк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, прыгаем в люк. Так. И
Нет, не здесь забирались мы. Вот здесь вот мы забирались. Так, забираемся. Так, чуть-чуть отойду. Так, вот, забрались, отлично. И где-то здесь у нас открылась дверь. Где-то здесь. Вот эта дверь у нас открылась. Пятый секрет. Так, здесь берем патроны к МП5. Иди ты отсюда. Не надо меня пугать. Так, берем патроны пустынному орлу, Desert Eagle. Опа! Берем ракетницу. Вот оно как. Вот это вот очень полезно, да. Вот это я скажу вам. Так, здесь есть кнопка. Нажимаем на кнопку. И люк в поезд снова открылся. Это чтобы нам вернуться обратно. Так. Так, еще большая аптечка есть. Забираем. А как же? Так, и возвращаемся. Возвращаемся. Так, еще один часик. Да ты что, охренел, что ли? Так, у него что-то есть? Нету? Не похоже, да, что у него что-то есть? Так, где мы можем вернуться? Нет, вроде как не здесь. Ну, обратно мы лезем в люк в этот. Падаем на ящик, да, и с ящика прыгаем вперед. Не поверите, нам опять нужно туда, вот по потолочной лестнице лезть, чтобы выбраться отсюда. Ну что ж поделать, лезем, лезем. Так, спрыгиваем. Скатываемся. Эх, не получилось. Так, идем по буровой установке сейчас. Она до сих пор здесь, никуда не делась от нас. Да, здесь мы брали ключ Соломона. И бежим дальше. Так, забираемся выше. Так, бежим, 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 бежим. Да, вот мы оказываемся наверху. Так, слазим на станцию. Отлично. Так, теперь бежим в дверь. Вот в эту, которая нам теперь доступна. Бежим. Так, теперь падаем в яму. Так, теперь ниже. Ползем. И лезем в люк, в поезд. Лезем опять в поезд. Так, лезем. И опять придется нажать эту устрашающую кнопку. Нажимаем. Ничего с этим не поделать. Так, и слазим вниз. Так, ползем прямо. И теперь уж точно в конец уровня. Давайте, кстати, посмотрим. Да, все секреты собраны, 5 из 5, отлично. Просто замечательно. Так, ползем, Лара, ползем. Так, бежим налево. Вот сюда. Так, стоять. Берем здесь маленькую аптечку. Ну да, можно с этой стороны завершить уровень. А можно с другой стороны завершить уровень. Давайте посмотрим. Может там что-то есть у нас тоже. Вот где мы за мужиком бегали. Вот здесь вот. А, ну здесь скат и уровень сам завершается. Отлично. Миссия пройдена. So, you must be after Miss Lee then. Business, not pleasure. Though obviously not for revenge, man. You've hardly got the face for that. And you have? How moronic a question is that, eh? I don't even have a face, man. I came down here looking for work. I
And what do I get here but Miss Lee's cosmetic company and her lab assistant job. No experience necessary. Good wage. Accommodation with it. Aye. Locked in a flotation tank for days on end in some fetid syrup. And when we come out, because lots of us applied, like, no face or flesh, man. And a bootin' doing the waste disposal shoot here. Presumed deed. Some kind of failed experiment, then. Oh, ta, very much. But aye. And for added insult, when I tried to take my own life, I found it just didn't work. You mean Sophia's testing some sort of immortality power? Along with her own brand of facelift. Why, aye, man. Everlasting beauty. She's obviously not fully worked it out yet, but she takes the best results for herself. See, I don't care what your business with her is. You can't be any more shiftless than what she is. So I'm going to go out of my way to help you. That is, after you've done something for us here, like. Very generous of you. What do you want? A bottle of that mummy preservation stuff from the Natural History Museum. Embalming fluid? Aye. For rotten flesh, you can't whack it, man. The museum's pretty interesting, I'm told. You'll like it. So why don't you go yourself? One of them Egyptian lassies there is a bit pissed off, like, that she didn't get immortality the way she wanted it. And seeing as we've done better than her in that department, I didn't care to imagine what curse we could get given any worse than what we've got already, like. You'll be fine, though, Pet. You die easily. Thanks. Так, ну все, прошли мы Олдвич. Все секреты собрали, сохраняемся. И Лондон не заканчивается на этом. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся. Увидимся в следующей серии. Пока-пока!